За любовь к кофе, квартиру кировчанин Юрий Марданов стал победителем в розыгрыше жилой площади от одной из крупнейших продуктовых компаний в мире. Организаторы пообещали стать обладателем своих квадратных метров стоимостью больше 3,5 миллионов рублей. Он сможет уже в ближайшее время. Со счастливчиком встретился Никита Тузов. Перед работой иду, кофеек. Выпей сам вот такую кружечку. Кофеманом Юрия не назвать. Случайно совпало, что до Нового года пришлось купить 4 упаковки растворимого кофе. Часть домой, часть гости. Конкурсные коды с каждой он зарегистрировал для участия в акции. На прошлой неделе организаторы обрадовали Юрия по телефону. Он стал обладателем главного приза – квартиры за 3,5 миллиона рублей. Я это воспринял. Сначала не поверил, воспринял это спокойно так. Но когда ВКонтакте начали мне посылать поздравления, я уж тогда только осознал, что я стал победителем. Вот это акция. Мы на курортах не Краснодарского края, а Вятского края. Зрителям Первого городского канала Юрий Марданов известен как внештатный корреспондент. Нередко ему удавалось снять необычное видео. Везло на интересные новости. Вот и в конкурсе повезло. Хотя секретов удачи, говорит, никаких нет. Так-то нет ничего. Я просто думаю, что надо больше добра приносить и быть всегда отзывчивым. Квартира, говорит Юрий, как нельзя кстати. Сейчас в небольшой двушке в юго-западном районе они ютятся вчетвером. С дочерью, ее мужем и маленьким внуком. В компании пообещали, в течение 2 недель проведут оформление всех документов. А затем сами купят и оформят на него жилплощадь. Место жительства организаторы выберут сами. Главное, отмечает победитель конкурса, чтобы новое жилье было поближе к семье. Никита Тузов, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город».